Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Выходные мы продолжаем обследовать парковые зоны в окрестностях Омаха. Сегодня решили посетить новое место, называется Hitchcock Natural Center, тоже такой ландшафтный парк природный. Посмотрел по картам Google со спутника, вроде бы даже какой-то есть трейл с дорожкой. По сравнению с прошлыми разами у нас погода сухая. Я думаю, почва подсохла и не так сильно перепачкаемся. Вот вся моя команда. Сейчас будем выгружаться. Тук-тук-тук, не спи, замерзнешь. Мы выходим. Выходите? Да. Местечко интересное. Погуляем, заодно сделаем оценку, насколько это место можно использовать для проведения различных мероприятий. Сейчас как раз и спланируем провести масленицу. Мероприятие намечено на последнюю субботу февраля. Вот уже где-то 15 семей подтвердило свое участие. Ну, там где 2 человека, где 1, где дети. Вот, так что трейл даже есть. Да, очень интересно. Так что я думаю, сейчас погуляем и посмотрим. Даже проезжали, вроде бы, даже мангальная зона где-то была. Папа! Да, 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 да. Сейчас идем гулять. Вот. Люди вон с барбосом приехали. Барбос какой дружелюбный. О, хороший барбос. Да, сейчас пойдем гулять. Вот этот у нас карта. А мы находимся, похоже, вот тут, вот-вот. Мама! Мам! Очень удобная вот такая технология, QR-коды. Нужно только установить программу специально или на Android, или на ваш iPhone. Сканируете вот такой код, и вот тут написано, сразу же загружается карта. Я уже загрузил в PDF-файле, вот эта карта есть. Так что я всегда могу посмотреть, где я нахожусь. Очень удобно. Сейчас Женьку погрузим и пойдем. Oh,
Ну вот и место для палаток. Прямо все очень цивилизованно сделано. Прямо хоть организуй, как называется, слет авторско-бардской самодеятельной песни. Или как так, КСП, клуб самодеятельной песни. Очень популярное мероприятие в Советском Союзе, да и в России оно тоже прижилось. Вот. Никогда не любил бардов, бренчащих под гитару, потому что все обычно заканчивалось портвейном. Ну и водкой тоже. Вот. Тем не менее, местечко очень прям достойное. Целых два места. С мангальной зоной прям все как полагается. Вечером можно культурно провести время. Да. Все прямо очень культурно, даже вот такой здесь насыпанная гравичка прямо. Зин, осталось там только палаточкой прибарахлиться хорошей, как у нас в Москве было. Я там в Китаях палатку присмотрел хорошую. Профессиональную. Да ладно, нормально уже, пора. И можно на выходные, если тепло будет, сюда зарулить. И прям провести субботку, воскресенье в тишине, спокойствие, там озеро в глубине. Да, 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 да. И здесь будем жарить еду вкусную. Когда будет типа потеплее немножко. Да, я думаю, что в мае уже можно спокойно. Да, палаточка и спальнички и все. А спальнички есть? Все будет. На что Алиэкспресс есть? А Лизе тоже спальнички покупать будешь? Лизе? А Лизе мы купим, вернее возьмем ящик для перевозки. UPS Ground, будешь там спать. Да, вот. Да, Дина, это уже технические вопросы, где будет спать Женя. Купим все, что необходимо. Ладно, там в Советском Союзе не было снарядов, но сейчас-то различные снаряды, вагон сейчас, любой. Он выдержит, главное, чтобы мы его выдержали. Да, Женечка? Надо убегать везде постоянно. Будет свой нос сувать. Будет. Будешь, будешь. И на лице написано, что будешь, будешь. Вот. А все дырки будут сувать нос. Давай присядем, дух переведем и пойдем дальше. Вон там водички попить. Водички попьем. Вот. Мясо. Ребенок попрошает, а мясо-то где? Мангальная зона есть, а мясо-то где? Мясо где, Лиз? Мясо мы не взяли с собой. Мы сейчас только на разведку. Ау, мясо, иди сюда. Желательно пару рибай-стейков, да? Где мясо? Где мясо ходит? Вот они. Там мясо ходит. А колбаса? Колбаса. Колбаса осталась в холодильнике. Вот, все. Нету мяса, нету колбасы. Трагедия жизни. Хотели подойти к озеру, а здесь такая надпись. Wildlife Preserve, no public access. Вот. Охранная территория, естественная природа, проход запрещен. Вот. Хотя до озера было дойти вот буквально два шажка. Ну да, ну сейчас это делать. С коляской тем более. Подойди, посмотри. И так все видно. Все, вот идем по дорожке, дальше наверх. Сейчас будет акт кормления пончиками. Ой, пончики приехали! Где? А, пончики! Так. Пончик приехал, держи. Давай. Проголодался, да, медведь? Да, пизда ж проголодался. Главное пончики вручить. Вот! Да, пончик замена колбасе. Все, Лиза, но мясо все-таки лучше. Почек временная замена. Да. Потом будет вечером мясо уже. Почки покажи, какие мы покупаем. Да.
Очень вот вкусные, они стоят $2. Да? Здесь штука 15, они очень вкусные. В любом Walmart'е есть такой закусон. Там разные виды, есть шоколад, да, есть глазурь, да, есть. Сам бы ел, но пока нельзя, вот. Я их тоже не ем, это только дети едят. Ну, то, конечно, ты не ешь. Да, 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 да. Я сейчас не ем пончики. Так я тебе и поверил. Зрители тоже. Зрители, я не ем пончики, не верьте этой женщине, которая говорит, что она не ест пончики. Я посмотрите съем на ее глаз. Конечно. Она не ест пончики. Она не ест пончики. Она не ест пончики. Да, совсем. Ни разу вообще в жизни она не ест пончики. Нет, наш поход практически подошел к концу. Вышли мы туда, откуда мы пришли, вот, сделал такой круг почета. Перепачкались, конечно, немножко, да? Немножко. Не без этого перепачкались, да. И финальную точку поставлю, там располагается смотровая площадка. Сейчас поднимусь наверх и сделаю панорамку оттуда. Лиз, пойдешь со мной наверх? Иди. Хочешь? Иди с папой. На площадку пойдешь? Здесь приходит вот такая замечательная кормушечка для птиц висит. Вот чик-чиричка летели. Пока боятся, видимо. Да, я смотрю, здесь птичий мир достаточно разнообразен. Сколько здесь птиц-то водится. Да, ты посмотри, сколько их здесь водится, ты глянь-ка. Я даже таких и не видел никогда. Вот так вот. Надо нам с тобой тоже для чик-чириков делать кормушечку у нас на балконе. Может кто-то прилетит. Белки он уже приходит. Я думаю, что птички тоже должны прилетать, да? Вот как, кстати говоря. Я думаю, что даже и для собак такая поилка сделана. Посмотри-ка, да? Прикольно. Не знаю, есть ли вода сейчас. Мне кажется, что отключили за... Ух! Какая панорама открывается. Лиза! Да, панорама какая. Круто. И вон там где-то вдалеке наша Омаха. О, небоскребы разглядел у нас. Вот нашел. Да, захватывающая панорама, даже отсюда. Сейчас еще поднимемся на смотровую площадку. Ну и вот мы поднялись на самый верх.
Ох, смотри, какая панорама есть. О,